вот она, река красивая лежит. Этот. Слушай, мы уже через горы эти едем, что ли? Смотри, какой это там. Как, какой там этот склон или какой. Да, вообще этот. Перевал. Как он называется вообще? Соль, что ли? Навигатор чем хорош? Он ловит спутники и показывает, где ты находишься в поезде. А вот на смартфоне, на планшете этого нет. Может, даже надо будет взять с собой этот Prology навигатор. Там стекло разбито. Стекло заменить. Могу этот вопрос удаленно решить. В смысле, я его и решаю удаленно. Так получается. Поступил заказ. Вот они сидят в Москве, не видят этого, не знают. Я вышел на перекрестке. О, заказ поступил. Тут же пришел. Там заказ пришел, вы видите? Ой, нет, не видели. Я там этим занимаюсь, я в магазине. Окей, я вас предупредил. А контактов там нет? Я зашел в админку. Скинул всю информацию, куда, что, какой там проект, какая сумма, контакты, все это отправил. Деньги нужны. Я деньги перевел. Узнай, есть ли в наличии на складе. Узнал, есть. Нужны деньги. Деньги перевел. Осталось вот доставку организовать. Доставку возьми, курьера, 200 рублей заплатим и все. Ну вот Женя Масленников. Походу я еще и это сделал. Ну вот ему сделай и... скажи, адьё, Леша. По-моему, усолье вот это. Место очень красивое. Видно, это не усолье, не знаю. Ну, сколько? А, почти час без малого. 58 минут. 52. Тут река идет вдоль. Билимбай. А, Первоуральск. Первоуральск, поехали. Вот он, Первоуральск. Как так? Ну, вон мне навигатор показывает. Алло. Да. Ага. Да, но там смотри, там на самом деле вот ты открываешь почту, да, Яндексовскую, открыла письмо, там справа вверху есть такая, либо три точки нажать, там выпадет список, распечатать. Вот. Билимбай. Все, распечатать, кинуть на печать и с такой бумажкой отвезти. Денежки все получила? Да, просто печать. Если не будет печатать, ты знаешь, там проблема, да, с этим, с печатью, там, то, что он Wi-Fi, на этот принтер. Потрясающий. Деревообрабатывающий завод или лесопилка. Запах опилок. Угу.
А, ну все, отлично. То есть вопрос с доставкой решили. Так они, ну а куда он денется? Конечно, переведет. У нас вот идет эта ротация деньгами. Туда-сюда, туда-сюда. Перекидываем. Слушай, в письме, да, в письме я знаю, что это не указано, но это указано на сайте. Блин, ты знаешь, а может быть вот реально у Лёши, блин. Он потом просто, знаешь, что может начать это делать? Сейчас, секунду, ты потом что будешь с этим делать? Я тебе напишу сейчас. Да. Совместными усилиями Лёшу. Или от кого ты класки не нашел? Не знаю. От естественного состояния человека ни черта не делать.
Что ты хочешь?
да, если это так Yeah.
Да.
перед ним.